вы стоите перед дилеммой и не знаете точного ответа, смело доверяйте своей интуиции. Полагаясь на предчувствие, вы тоже будете делать ошибки. Но несравненно больше ошибок вы совершите, если станете слушать лишь голос разума. Если вам нужно принять решение, никто лучше вашей души не знает, что нужно делать. Часто очень трудно понять, что именно подсказывает вам душа. Но можно вполне однозначно определить, нравится ей решение разума или нет. Душевный дискомфорт в ответ на принятое разумом решение является надежным критерием истины. Толкование. Разум мыслит с помощью устоявшихся обозначений, символов, слов, понятий, схем, правил и так далее. Душа не использует эти категории. Она не думает и не говорит, а чувствует или знает. К тому же разум постоянно занят своей болтовнёй. Он считает, что все можно разумно объяснить и держит постоянный контроль над всей информацией. Когда контроль разума дает слабину, к сознанию прорываются интуитивные чувства и знания. Разум отвлекся, и в этот момент вы ощутили чувство или знание души. Это и есть шелест утренних звезд. Голос без слов, раздумье без мыслей, звук без громкости. Вы что-то понимаете, но смутно. Не мыслите, а чувствуете интуитивно или просто знаете. Душа имеет доступ к полю информации и может найти ответы на многие вопросы, а также уберечь от неверных и опасных шагов, если прислушаться к ее голосу. Например, если вы испытываете несвойственное вам беспокойство перед полетом, разумно будет пропустить этот рейс. Или, когда при первом знакомстве с лицом противоположного пола вам приходится себя уговаривать, что он, она вам подходит, можете быть уверены, что с большой долей вероятности из дальнейших отношений ничего путного не выйдет.